Леонид должен был повысить напряжение. Он достигает этого тем, что поднимает все контрольные стержни-поглотители. Сработало. Медленно, но верно уровень понижается. Единственное, что мог сделать Леонид, чтобы увеличить объем пара, подаваемого... О, ё-моё, Клемник поплавился. Это уменьшить количество стержней. Я думаю, откуда запашок такой? Инструкция по управлению. Нихера себе. Минимум 26 единиц. Эти Леонид вроде бы нормальные. Этот поплавился, зараза. Понятно. Разрядник буду делать наружный. И вольфрамовые стержни с охлаждением. Воздушным. Инженеры, проводившие испытания, были очень наивными. Понятно, понятно. Ну, вроде бы так, это сейчас работает. Тут еще наладка требуется конкретная. Да и с выходом непонятно. Вроде бы ток есть, напруга есть, но какая-то странная. Малейшие колебания уровня воды.